Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик, і разом зі мною на стрімі у цій порі Роман Світан, український військовик, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор. Романа Григоровичу, рада бачити. Дякую, що долучилися. Бажаю здоров'я. Починати будемо із гарних новин. Сьогодні вранці українська влада вже офіційно повідомила про те, що Збройні сили України зайшли в село Роботино Запорізької області. Ну а воїни 47-ї бригади показали кадри своєї роботи. І, власне, в цьому повідомленні зазначається про те, що бійці зараз закріплюються на досягнутих рубежах і тривають бої. Останні кілька тижнів дуже багато публікацій було присвячено саме цьому населеному пункту, оглядів. Тож, яке значення має цей населений пункт для подальшого посування Збройних сил України? Сам по себе населенный пункт – это район, обозначение определенного района, где мы движемся на юг, вышли уже на первую линию обороны и работаем со второй вспомогательной линией, которая использовалась россиянами для поддержки первой основной линии обороны. То есть чуть восточнее, юго-восточнее. В основном там идут наступательные действия и расширение плацдарма. Работина после того, как будет полностью вокруг него зачищен определенный плацдарм, после этого можно уже будет говорить о полном контроле над Работино и как минимум более-менее налаживание какой-то жизни там в самом населенном пункте, так как он еще до сих пор под плотным контролем армейской артиллерии россиян. Они еще недалеко, по крайней мере, находятся. Потому в ближайшие, может быть, только неделю-полторы можно будет уже сказать о том, что Работино полностью под контролем или как-то там налажен быт. Но пока основные наступательные действия происходят, украинских войск, происходят восточнее, юго-восточнее Работино. Мы это видим постоянно, на карте Deep State это видно. Туда вводятся определенные части украинских войск для расширения вот этого плацдарма. Плацдарм нужен где-то километров, может, 15-20 по ширине, для того, чтобы можно было дальше двигаться к следующим линиям обороны. В цілому, чим зараз характеризується ситуація на Запорізькому напрямку і, власне, враховуючи характер боїв, чи може ворог задіяти там якісь додаткові резерви? Уже началась переброска войск российских с донецкого направления, даже с луганского направления. Идет, они несколько дней перебрасывают технику, артиллерию, начиная от пионов, заканчивая танками, перебрасывают как раз в район Токмака. Под Работино, и не только под Работино, на весь Запорожский фронт, если говорить от Работино до от Орехова до Времевского выступа. То есть уже идет переброска, уже они используют стратегические резервы. У нас задача та же, движемся в сторону Азовского побережья на пересечение сухопутного коридора. Пока работаем с первой основной линией обороны и в одном, и в другом месте. Британська розвідка днями повідомила про те, що Росія, ймовірно, створює нове формування. Мова йде про 18-ту загальну військову армію. От, власне, що ви можете сказати, чим може характеризуватися це нове формування, який рівень підготовки, які бійці туди можуть увійти, наскільки, знову ж таки, це нове формування може ускладнити роботу нашим бійцям? Ну, это не новое формирование в армии в чистом виде. Армию для того, чтобы с нуля построить, это на года нужны, до десятка лет, если по-серьезному подходить к оснащению армии. А то, что сейчас россияне хотят сделать, это только переподчинить некоторые направления по управлению войсками на Южном фронте. Это и Крым, и Херсонское, Запорожское направление, часть Донецкого направления. То есть весь юг переподчинить, чтобы он из одного центра руководился, по крайней мере. Это с точки зрения военной грамотно, но только в одном случае, если они планируют отходить, то есть для прикрытия отхода, для прикрытия и определенного построения механизмов отхода, они есть смысл как раз делать общее управление для того, чтобы спасти как-то войска. Но пока на данный момент россияне пытаются те
силы, средства, которые у них есть, теми силами и средствами, которые у них есть, удержать линию фронта. То есть они будут удерживать ее запорожское направление до последнего, наверное, резерва. Ну а потом один из механизмов как раз вот здесь будет важен. Важно это новое так называемое формирование, больше похоже на систему, новую систему просто управления переподчинения для управления управляемого отхода. Про ситуацію в Чорному морі зараз поговоримо. В оперативному командуванні «Південь» заявили про те, що росіяни вивели в Чорне море новий корабель «Циклон», який нещодавно був прийнятий до складу російського Чорноморського флоту. В середині липня десь російські пропагандистські пабліки, вони почали писати про те, що ось цей новий збудований корабель, він має посилити Чорноморський флот Росії, прибував він тоді в Керчі. Що цікаво, тоді речник Військово-морських сил Збройних сил України говорив про те, що цей корабель навіть не пройшов випробувань. І зрештою, та картинка, яку презентує Роспропаганда, це виключно ось така гра на публіку, нічого більше. Зараз цей корабель з'явився вже у Чорному морі. Як ви прокоментуєте, це знову пропагандистська картинка, чи він становить зараз реальну небезпеку? Ну, у росіян там несколько десятків кораблів, одним більше, одним менше. Проблема большої для наших вооруженных сил это не представляет. Это еще одна дополнительная цель для наших беспилотников. Пока на данный момент есть несколько типов беспилотников: подводные, надводные, воздушные. Вот они взяли еще себе одну цель. После того, как появится F-16, это тоже, если доживет этот корабль, то и для F-16 это очередная цель. Дело в том, что Черное море это такой большой рукомойник. Закрытый водоем, из которого ни войти, ни выйти практически невозможно. И с достаточным количеством сил поражения дальних можно затопить весь российский флот. Потому плюс-минус 1, 2, 10 кораблей никакого значения по большому счету не имеет. Знову ж таки, до повідомлення оперативного командування «Південь», там говорять про те, що загалом, окрім цього циклону, три кораблі, носії ракет «Калібр» росіяни вивели в Чорне море, і загальний сумарний залп становить 20 ракет. Перед цим окупанти проводили розвідку боєм нашої ППО, стверджують в оперативному командуванні «Південь», при цьому використовували безпілотники. Ну і, власне, ОК «Південь» говорить про те, що це є свідченням того, що росіяни готові до нових ракетних ударів по території України. Як прокоментуєте? От ракетоносці – це теж перші цілі для наших средств пораження. Якраз спочатку треба буде відмінусовувати іменно ракетоносці. Кожний надводный корабль несет 8 ракет калибров, каждый подводный 4 в торпедных аппаратах. То есть там несколько подводных лодок, дизелей, дизельных лодок у них есть у россиян. И несколько надводных кораблей, как раз ракетоносцев. Нужно ставить задачу, она скорее всего поставлена, то есть эти корабли однозначно несут угрозу из-за своих ракет, которые могут использовать. Залп, ну да, эти корабли, допустим, два корабля по 8 ракет, это 16 ракет, плюс подводная лодка, еще 4 ракеты, 20 ракет они могут залпом, допустим, отправить. У нас калибры мы перехватываем неплохо, исходя из тех сил, средств, которые уже есть у нас, и плотности ПВО. По некоторым направлениям иногда до 100%. Но есть еще открытое направление, где россияне будут пытаться пройти теми же калибрами. Но против калибров пока у нас практически любой зенитно-ракетный комплекс хорошо с ними справляется. Главное, чтобы он был. Тут зараз знову ж таки влада закликає українців бути обачними і не ігнорувати, ну, в принципі, ніколи не потрібно ігнорувати сигнали повітряної тривоги, але ось такі дати пікові 23 серпня, день
прапора і 24-й день незалежності України, коли ворог може вчинити якісь жахливі провокації. Так отут, якщо говорити про ресурс, який накопичив ворог, от, власне, скільки ракет до цього часу він міг накопичити, якщо потенційно ця атака буде, наскільки вона може бути сильнішою і масованішою, ніж те, що ми переживали вже до цього не одного разу? Россияне на скрепах живут и скрепами погоняют, потому у них действительно эти два дня, 23-е, 24-е, понимая, что для нас это определенные праздники, восприятие их украинским обществом положительное, потому они однозначно попробуют, постараются как-то их омрачить разными методами, малыми атаками, широкомасштабными атаками. Скорее всего, в ближайшие пару дней, 2-3 дня они постараются организовать какие-то наступательные действия в районе Луганского направления для того, чтобы как-то поддавить и обрончить нам определенное восприятие праздников. Но и однозначно будут какие-то атаки, связанные с ракетными, по крайней мере, атаки. Это и калибры те же, и Х-101, 555-е. Постараются, скорее всего, подключить и Х-23, какую-то баллистику, но больше, чем 50-70 ракет они одномоментно отправить не могут по разным причинам, одна из которых недостаточное количество носителей, не ракет. Ракет у них, в принципе, хватает, у них они в месяц могут производить их до сотни штук, то есть, по большому счету, они могут где-то 50-70 ракет такую атаку организовать, либо 23-го, либо 24-го, либо разорвать ее по времени, но однозначно это россияне, то есть здесь у них со скрепами проблема. То есть нужно воспринимать грамотно, правильно действовать по сигналам тревоги. Могут вот эти атаки, которые быть крылатыми ракетами, не могут параллельно идти и удары баллистическими ракетами, теми же «Искандерами», теми же «Кинжалами». Подлетное время у баллистических ракет очень короткая, маленькая, потому нужно не игнорировать ни в коем случае на эти два дня сигналы воздушной тревоги. Ну а по ракетам, по крылатым ракетам у нас ПВО отработает, а по баллистическим будем смотреть, куда они будут идти. То есть у нас есть места, где достаточное количество противобаллистических зенитно-ракетных комплексов, а есть большая часть Украины не закрыта от баллистики, потому надо быть предельно осторожным. Поговоримо зараз про російські стратегічні бомбардувальники. Власне, за фактично останній тиждень кілька разів були атаковані російські аеродроми Сольці і Шайківка. І от зараз з даних, які з'являються у відкритих джерелах, зокрема, от, наприклад, «Українська правда» з посиланням на джерела свої у розвідці, говорить про те, що в результаті цих атак було повністю знищено два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3, ще два літаки пошкоджені. Деякі засоби масової інформації говорять про те, що було знешкоджено 5 бомбардувальників. От, власне, які наслідки цих атак безпілотників будуть? Ту-22М3 – це не стратегічний, це дальній бомбардувальник. Стратегічні стратегії – це Ту-95 і Ту-160 у росіян. Ту-22 – це дальники, які виконують в основному стрільбу ракетами Х-22. Це старі совєтські ракети, які не використовують, не точні, з великим КВО, але вони їх використовують для нанесення массированных ударов в основном по инфраструктуре или с целью нанесения большого урона украинцам как таковым, то есть очень много у нас людей погибло от этих ракет. Потому Ту-22М3 это основная задача по уничтожению. Х-23 у россиян много, мы им только больше 1500 ракет передали в свое время за ГАЗ «Кучма» вместе с Кравчуком, то есть эти первые два президента, если можно их так назвать. А вот то, что Ту-22 – это одна из основных целей, вот как раз и говорит, что эти ракеты нужно уничтожать только вместе с самолетами, лучше, конечно, самолеты. Вот наши вооруженные силы, в основном это разведка, работает либо Главное управление разведки, либо служба внешней разведки, скорее всего, и та, и та, обе службы.
разными методами, в основном беспилотники, коптерные. Коптерные, значит, их запускают с самой России, то есть с российской территории, это в нескольких километрах, десятках километров от этих самолетов. Но это хорошие цели, так как их закрыть максимум можно только в Капонирах. На Капониру подойдет тот же беспилотник, его практически ПВО не видит. Поэтому начало неплохое положено. После уничтожения хотя бы части Ту-22, количество Х-22 ракет, естественно, уменьшится. Атакують безпілотники так само і Москву, і Підмосков'я. Останнім часом такі атаки стали достатньо частими. От пабліки пишуть про те, що незважаючи власне на це, зараз в Росії принципово не вмикаються сигнали повітряної тривоги, все, щоб не збурювати паніку. Які наслідки ось цих атак безпілотників, якщо аналізувати за останній місяць, так маємо вже які наслідки? У нас развивается производство беспилотников дальних 500-700 километров, типа «Бобер», это вот как раз ГУР занимается этими беспилотниками. Пока мы используем их в ограниченном количестве, либо идет накапливание, либо идет пристрелочные пока полеты, разведывательные больше, но выполняют все-таки боевую задачу, прокладывают маршрут, работают и учатся, обучаются операторы, которые управляют этими беспилотниками, определяются цели в районе той же Москвы и в Подмосковье, так как и в Москве, и в Подмосковье очень много легальных военных объектов, связанных с производством, некоторые системы управления ракетами, теми же авиацией, то есть и управление войсками. Есть определенные центры сбора информации, они расположены в разных местах той же Москвы, потому очень много легальных военных объектов, туда и идут наши беспилотники. Ну а россияне уже как реагируют на эти беспилотники, зависит уже от самих властей. То есть они либо включают тревогу, либо объявляют план коверта, также приседают, я бы так сказал, по аэродромам, там несколько аэродромов в районе Подмосковья есть, то есть по протоколу безопасности как-то действуют. Но будет увеличиваться количество беспилотников, которые есть сейчас на вооружении, и номенклатура будет увеличиваться, и количество будет увеличиваться. Я думаю, в ближайшее время мы увидим не одну еще волну беспилотников по столице России, скорее всего, пока она полностью не развалится, Российская Федерация, эти волны будут постоянно. Стосовно F-16, міністр оборони України Олексій Резніков говорить про те, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 не раніше, ніж через 6-7 місяців. Все залежить від терміну навчання українських спеціалістів. Скільки реально потрібно фахівців підготувати і скільки, от яка кількість літаків F-16 Україні потрібна оптимально для того, щоб закрити небо? Для того, чтобы закрыть небо, нам надо около 200 самолетов. Это полностью перевооружить воздушные силы, авиацию воздушных сил, вооруженных сил Украины. 200 самолетов это 5 бригад по 40 самолетов. То есть, но пока такого количества не видно, по крайней мере, сейчас. Те заявленные цифры, которые есть появляются в информационном пространстве, они тоже некорректны. Это, то есть цифры, которые в принципе, самолетов, которые есть у пары стран, пока, допустим, у Нидерландов 42 самолета, у датчан 19 самолетов, сколько нам будет передано, это будет понятно в процессе передачи. Первые 6, 3 пары, по крайней мере, 6 самолетов, может быть, готовы быть и перед Новым годом. Летчики как раз до Нового года подготовятся, техсостав тоже. То есть, по большому счету, у нас через 3-4 месяца может быть там звено или 3 пары, чуть больше звена самолетов для выполнения F-16, для выполнения задач ПВО и может быть погашение ПВО уже противника с помощью тех же Харма, у нас достаточное количество этих ракет, ну и может быть гондол систем радиоэлектронной борьбы, которые эти самолеты могут брать на борт. То есть количество очень маленькое. Ну а полностью закрыть небо, это нам, наверное, на следующий год мы получим несколько десятков самолетов, постараемся, по крайней мере, и закрыть небо, и частью выполнить боевые задачи. Все будет зависеть как раз от количества самолетов. Летчики и техсостав
есть у нас в достаточном количестве, и если будет возможность их подготовить, они будут подготовлены на то количество самолетов, которые нам будут передаваться. А видання Forbes пише про те, що Україна хоче отримати від Сполучених Штатів Америки крилаті ракети JASSM, якраз для винищувачів F-16, і що ці ракети якраз можуть допомогти у звільненні у деокупації Криму. Чим особливі ці ракети? Це общая, общая канва ракет по роботі по землі, тобто воздушного базування для роботи по землі. Їх дуже багато модифікацій, которые могут нести те же F-16, до 120 модификаций различных вооружений может нести F-16, и в том числе и эти ракеты. Но не факт, что они именно только они нам нужны. Нам надо большой спектр ракет и работе по земле, и работе в воздухе, и авиабомбы. То есть к одной позиции нет смысла привязываться. Одне питання. От напередодні саміту Кримської платформи секретар РНБО пан Данілов сказав, що Україна швидше за все буде звільняти Крим військовим шляхом. Як ви прокоментуєте цю заяву, особливо на фоні публікацій в західних ЗМІ, які говорять про те, що щойно там Збройні Сили України дійдуть до Мелітополя, можна буде розпочинати якийсь там дипломатичний процес. Який найреалістичніший шлях, на вашу думку, деокупації Криму? Нет ни одного другого механизма деоккупации Крыма, кроме военного. Исходя из той ситуации, в которой сейчас уже оказалось мировое сообщество, Украина в том числе, это единственный механизм, это военная деоккупация, и причем в последовательности сначала Крыма, потом вся остальная территория Украины, так как нельзя оставить россиян в Крыму, ни одного российского солдата нельзя оставить в Крыму, так как выход из Крыма – это удар нам в спину, если мы начнем работать, допустим, с Запорожьем или с той же Донецкой областью. Потому только в такой последовательности – сначала Крым, а потом уже Донбасс. А уже та информация, которая попадает сейчас в информационное поле, в основном генерируется спецслужбами России для того, чтобы как-то обезопасить или из информационной точки зрения обезопасить Крым от деоккупации, понимая, что украинские войска, как только получат возможности, в том числе и авиацию, в том числе и дальние ракеты, тут же начнут зачистку Крыма от российской армии. Потому нет смысла отвлекаться и обращать внимание на эти публикации по поводу каких-то мирных переговоров. Мирные переговоры с Российской Федерацией невозможны априори, так как пока мы не выйдем на госграницу, пока не уничтожим последнего россиянина в Украине с оружием, не депортируем всех россиян без оружия за пределы страны, нам нет смысла разговаривать с кем-то с востока, по крайней мере, с восточными странами. А после того, как Россия будет распадаться, тоже нет никакого смысла с ними разговаривать. Есть определенные моменты, связанные с уничтожением террористов, которые были в Украине за последние 10 лет. Их около 500 000 с оружием или готовились, или заходили. Это займутся спецслужбы. Лет за 10 террористы будут уничтожены, где бы они ни были. Либо на территории бывшей России, либо где-то в мире разбегутся, повылавливают, подминусовывают. Репарации, контрибуции, это решать можно в судах европейских, американских, на всю, накладывая аресты на любую продукцию, которая будет иметь сертификат происхождения с территории бывшей Российской империи. Вариантов других нет. Договариваться с кем-то, что будет разваливаться, то есть с практически несуществующей страной, нет никакого смысла. Потому мирные какие-то переговоры, они просто лишены смысла как раз из-за отсутствия предмета переговоров. Романе Григоровичу, щиро дякую вам за цю розмову, за те, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе і до наступних зустрічей. До свидання.
Роман Світан був разом із нами. Традиційно наших глядачів закликаю підтримати цей стрім своїм лайком, коментарем. Ну і безумовно ж підписуйтеся на канал «Свій час». Цінуємо зворотній зв'язок з кожним із вас.